Здравствуйте, Сергей Демиденко, старая школа здоровья. Мы очень часто недооцениваем силу собственных чувств. Хотя ведь наши чувства действительно могут изменить жизнь не только нас, но и многих других людей. Одним из примеров такого очень сильного влияния чувств одного человека на жизнь всего человечества может служить история, которая произошла в Берлине в 1901 году, когда на улицах появился еще один новый легковой автомобиль с табличкой АИ-1. Это был первый автомобиль с табличкой. В то время автомобили играли примерно ту же роль, что сегодня играют океанские яхты наших миллионеров или миллиардеров. То есть показывают сразу, что это круто, дорого, пафосно, не слишком нужно, но зато ух, как престижно. Вот и тогда первые автомобили тоже примерно ту же самую роль играют. И вот люди, которые увидели тогда автомобиль с этой таблицей, ИА-1, естественно, заинтересовались, что она означает. Во-первых, оказалось, что машина принадлежит Рудольфу Герцогу, очень богатому берлинцу, который очень любит свою жену, молоденькую, хорошенькую Иоанну Анкор. Он засыпает ее подарками и в конце концов решил назвать ее именем свой крутой, дорогой, замечательный автомобиль ИА-1. Именно эта таблица послужила первым толчком к появлению и использованию сегодня везде и всюду автомобильных номеров. Любовь одного человека изменила жизнь всех нас. Почему я рассказываю об этой истории в блоге, посвященном массажу? Потому что чувства и эмоции – это работа в первую очередь эндокринной системы, желез, внутренней секреции, а все эти эндорфины, норадреналины и прочие там гормоны и прочие химические вещества переносятся вместе с кровью, вместе с лимфой, вместе с межклеточной жидкостью, а на действие, на движение всех этих жидкостей в первую очередь играет работа мышц, а через мышцы наша с вами работа руками, массаж. Поэтому, когда в следующий раз нас будут спрашивать, чем вы занимаетесь, мы можем совершенно искренне и совершенно точно говорить, мы меняем людей, а вместе с ними изменяем мир к лучшему. Сергей Демиденко, пока.